Глава округа Андрей Иванов проинспектировал строительство пристройки к школе номер 8 на Вокзальной улице. Новое образовательное учреждение рассчитано на 200 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 4-й квартал текущего года. Строительство идет комплексно, даже несмотря на сложность подъездных путей к этому объекту строительства. Это стесненности все, и мы ведем одновременно все работы. Возведение здания школы, инженерные все сети, внутренние сети, наружные сети. На сегодняшний день в здании школы монтируют третий этаж. Через 2 недели приступят к облицовке фасада и установке оконных блоков. Сейчас на объекте задействованы 4 единицы техники и 75 рабочих. Оценив выполненный объем работ, глава округа Андрей Иванов заявил о необходимости увеличить численность рабочих, чтобы нагнать темпы строительства. Цель у нас была к 1 сентября закончить. Пока, я так понимаю, смещение на 1,5 месяца. Да. Даже на 2. А как это стоит работа? 90 человек, а не 290. Учитывая особенность учащихся, школу оборудуют всем необходимым для детей с особенностями развития и маломобильных граждан, установят пандусы, лифты, систему оповещения. Территорию между основным и строящимся корпусами благоустроят в соответствии с современными требованиями. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».